Нет, карточку, карточку у меня... Не показывайте. Нет, я хочу, покажу. Вот. Ну, хорошо. А пин-код от карточки? Пин-код от карточки у жены. Прекрасно. Если я хочу карточку воспользоваться, я ей звоню и спрашиваю, какой же он у меня пин-код? В стенах этого учебного класса поговорят и о пин-кодах, и еще о массе других вещей, так необходимых в современном мире. Без наличных расчетов учителя – самые компетентные эксперты главного банка нашей страны. В рамках нашего курса прививаем финансовую культуру о том, как можно воспользоваться финансовыми услугами, используя цифровые технологии, как можно будет получить финансовые товары, опять же, как не стать жертвами мошенников, как можно защитить себя и свою семью. Всего курс состоит из 4 занятий. На уроке «Экономия для жизни» ученикам расскажут, как правильно сберегать средства, получать дополнительный пассивный доход и вести учет своих трат. Занятие под названием «Банковские услуги» будет посвящено критериям выбора банка, теме кредитов и займов. Еще один урок отводится для ознакомления с онлайн-банкингом и оплатой услуг через интернет. Также ученики старшего поколения научатся распознавать мошенников и финансовые пирамиды. В конце любого обучения полагается награда в виде диплома. Эти курсы тоже не станут исключением. По их итогам, те, кто присутствует на этих занятиях, получают некие сертификаты. Они, конечно, ничего никому не обязывают, но, тем не менее, это как бы некий документ для людей о том, что они вот такой курс, краткий курс финансовой грамотности прошли. Но если были занятия, есть своего рода диплом, значит, должен быть и выпускной. И поскольку учащиеся подопечные Центра социального обслуживания «Вера», то он будет обязательно. А мы знаем, какие вечеринки они умеют закатывать. Михаил Решетов, Егор Хлябич, Ольга Садовская, «Видное ТВ».